Так, спасибо, Борис. Все верно рассказал. Кратко. Но все верно. Ну что, призы начислены все, ребят. Итак, еще раз напомню, да, сейчас мы говорим о том, что кто получил призы, идем, бронируем места на площадку, на старт площадки. Все просто за 100 рублей. У нас теоретически уже все готово, система заготовлена. Пам-пам-пам. Вот, смотрю, еще чуть-чуть брони добавляются. Брони ставим по желанию, кто еще хочет принять участие. Площадка все просто за 100 рублей. Это предшественник старта площадки «Все вместе». Кто не знает, площадка «Все вместе» у нас идет по графику за 700 рублей. Она состоит из четырех этапов, да. Мы давно уже, как говорится, пытаемся набрать обороты именно в этом направлении. Вкратце, если взять для обычных людей, кто будет смотреть эту запись или кто сейчас присутствует, кто не в курсе, это принцип старта площадки живой очереди, ну, практически по кнопке, но у нас свой новый алгоритм распределения призов в этой площадке «Все вместе». Здесь идет в каждой площадке, если сейчас показать, продемонстрировать, обычных три трехместных стола. И то есть, по большому счету, в день старта мы показываем о том, что все стоит, все свободно, да, то есть, кроме технического аккаунта, ну, как говорится, фундамента, куда идет расстановка, нету открытых мест. Всегда все старты у нас приходят в прямом эфире. У нас расстановка идет в прямом эфире. Сайт не закрывается. И, как говорится, вы все видите в прямом эфире. Да? Три стола заполняются по принципу живой очереди сверху вниз, слева направо, по новому алгоритму. В этот алгоритм включено что именно? То, что когда вы бронируете место до старта, да, вот здесь есть кнопочка «Занять место», да, под каждой площадкой, вы получаете номер, так называемого, билета. Так вот, в этом распределении участвуют номера билетов. То есть это исключает подстановку непосредственно самих участников. Да? То есть система сначала выбирает номер билета. Она не знает, кому он принадлежит. Чисто случайным образом выбрала номер билета, а не разные нумерации. Да? А потом она определяет, система, кому этот номер билета принадлежит. И когда она определяет, кому он принадлежит, согласно, да, как я уже сказал, вот этому маркетингу трех столов, трех трехместных столов, оно начинает распределять людей, начиная с первого, сверху вниз, слева направо и по очереди. Вот, система интересная, неоднократно показывала уже положительные результаты именно в плане того, что были люди, которые неоднократно занимали даже здесь первое место. Да? Вот, поэтому все у нас честно, чисто, прозрачно, в прямом эфире, без подстановок, без каких-то предварительных расстановок. Поэтому каждому розыгрыше, каждый раз выиграть может любой новичок, который буквально зарегистрировался 10 минут назад в проекте, пошел, забронировал место и стал участником старта площадки. Вот. Но сегодня у нас, как мы видим, номера добавляются, да, сегодня у нас предшественник, старт площадки, да, все просто за 100 рублей. То есть мы пришли к выводу в свое время, когда начали первые делать тесты, да, что эта площадка нужна, потому что, ну, многим кажется, 700 рублей это много старт, но вот 7 билетов по 100 рублей купить, они считают, что это нормально. Ну и, в принципе, мы тоже так же считаем, потому что, ну, по факту, человек, купив 7 билетов по 100 рублей, да, получается, получает шанс выиграть не только одно место, да, на старт площадки 7 за 700 рублей, а он может и выиграть и 2, и 3, и 4. Поэтому я всегда говорю, чем больше нас участвует, тем больше ваших билетов имеет шанс выиграть неоднократно. Поэтому участвуем сами, приглашаем партнеров. У нас здесь заточена колоссальная партнерская программа. И причем
Начисление кураторских идет от закрытия ваших партнеров уже первого стола из трех. В площадке все вместе еще и от закрытия третьего стола. Но, по сути, во всех этих площадках с первого стола идут начисления, и поэтому те партнеры, которые успешно работают в приглашении в эти площадки, в старт этих площадок, да, они ощущают это потом на старте. Почему? Потому что у них десятками идут выплаты этих кураторских. Их очень много, и мы это можем сегодня увидеть в прямом эфире. Также сейчас, после запуска площадки, все просто, да, непосредственно где? На нашем канале вознаграждений. Да, сейчас, после запуска площадки, все просто. У нас здесь, как всегда, появится шквал вознаграждений. Вот. Ну, а мы, в принципе, готовы. Канал вознаграждения оставляю тоже здесь. А, я его отключил, демонстрацию. Ё-моё. Показываю, рассказываю, а сам его выключил. Вот. Вот канал вознаграждений. Кто еще не подписан, подписывайтесь, потому что здесь всегда в режиме онлайн 24 часа на 7 всегда видны наши выплаты. Вот. Ну, а что мы можем сказать? Все готовы? Все свои брони поставили, кто в прямом эфире? Все успели призовые свои забронировать на старт площадки? Да, капитан. Я понял. И что? Дальше. Дальше у нас по этапу. На данный момент у нас получается, давайте еще раз обновим страницу, 205 забронированных мест на старт площадке. 205 забронированных мест, но это, как мы всегда говорим, не окончательная сумма. Почему? Потому что у нас есть еще система автосписания. Те люди, которые вдруг оказались заняты в этот момент, не смогли забронировать, но галочку свою оставили и готовы были принять участие. Поэтому по одному билетику мы обязательно сделаем за них бронь. И мы идем, запускаем автосписание. 3, 2, 1. Погнали. Автосписание закончено успешно. Успешно. Идем проверять. И у нас добавилось еще, как мы видим, 15 броней. 15 броней. То есть дополнительно стало еще на 15 человек у нас участников больше. Итак, все готово. Все готовы? Все готовы. Но для этого, я же говорю, надо же еще и продемонстрировать, да, я чуть-чуть не забыл. Обязательно. Демонстрация экрана. Обновляем страницу, обновляем кабинет, чтобы было все чисто, честно, прозрачно, чтобы все видели, что у нас все в прямом эфире. Площадка, все просто. Заходим. Смотрим о том, что технический аккаунт и под ним свободные места. Ни одного. Жмем, где заполняется, ни одной предварительной расстановки. И да, кстати, напомню, площадка все просто еще меньше. У нее второй и третий столы всего лишь двухместные. Тоже так же площадка работает по принципу живой очереди. Да, расстановка идет сверху вниз, слева направо. Итак, у нас все готово. Все готово. И мы идем, запускаем расстановку. 3, 2, 1. Погнали. Пам-парабам-парабам-пам-пам-пам-парабам-парабам-пам-пам. И у нас пошли первые же сразу молниеносные выплаты. Катя, Борис, общий канал «Так надо». А до этого что у нас было? Четкая тема, да? Четкая тема. Итак, расстановка пошла. Давайте даже посмотрим, зайдем. Пум-пум-пум-пум-пум.
смотреть в дерево. Давайте смотреть в дерево. Итак, вот Наргиза говорит, я невезучая, а сегодня она самая первая. Наргиза стоит у нас в списке на закрытие в площадке «Все просто». Вторым у нас Борис, третья Наталья Власова. Давайте посмотрим, кто у нас четвертый. Четвертый Тамара. Тамара, поздравляю. Наргиза опять следующим билетом. Марина Тарасова тоже здесь, не промах. Далее у нас Гузеля, Тамара Павликова, Наталья Власова. Так, ну что ж, можно даже обратиться к четвертому столу. Четвертый стол. Кстати, можно все свои столы проверить через этот поисковик, как я уже рассказывал, да, то есть берете, вставляете свой логин и смотрите. У меня было два стола, как видно, да, дошли они до третьего стола, точнее, два стола до третьего стола, но ни один не закрылся, хотя, может быть, еще система продолжает восстанавливать. Мы говорим о том, что у нас идут начисления в прямом эфире. Я на одном из, естественно, каналов потом подведу итоги, сколько у нас прошло выплат с момента старта. Обязательно подведем итоги. Так, ну а мы давайте посмотрим, кто он. Так, ну, еще раз. Я посмотрю по своему логину. По моему логину это три стола было закрыто. Три стола было закрыто. Открыто, а два только закрылись. Так, ну а мы давайте посмотрим, кто у нас все-таки в третьем столе позакрывался. Наргиза закрылась, Борис закрылся. Чин-чирин-чирин-чирин. Далее. Так, Наргиза закрылась, Наталья закрылась, Кузеля закрылась, глубоко пошли. Тамара закрылась. Так. Здесь Наталья уже не закрылась. Так. Вот Тамара и Наталья еще раз закрылась. Мария закрылась. Лариса Пастухова, не повезло. Как и мне. Ну, если подсчитать, да, то есть, как мы уже говорили, здесь нужно как можно больше участников. 221 участник мы делим на каждого 27 по статистике. То есть, это у нас примерно, да, сегодня закрылось, вышли на максимальный результат, это 8 человек. Это хороший показатель, если учитывать факт, что если бы сейчас было бы 2200 участников, то это было бы уже больше 80, да, участников, которые бы сегодня вышли на максимальный результат. Это прикольно, это классно, это хорошая очень статистика, потому что если взять статистику других лотерей, то там идет 1 к 100, 1 к 200, 1 к 1000, 1 к миллион, 1 к миллиард, и там шансы выиграть вообще минимальные. Поэтому надо здесь раскручивать, развивать, увеличивать потенциал, приглашать людей. Да, мы говорим о том, что это не основной наш, как говорится, бизнес. Да, мы здесь отдыхаем, как я уже неоднократно говорил. Да, именно вот этот эфир – это показатель того, как мы здесь празднично сидим, суетимся, что-то как сегодня, да, суетимся, разыгрываем деньги. Разыгрываем, что-то те призы, туда призы, оттуда призы. Сейчас, мне кажется, кто у нас первый раз пришел сегодня, да, допустим, смотрел бы, сказал, блин, вы что там делаете, ребят? Что-то не пойму, там, что-то там разыгрывает, опять розыгрыш, тут опять розыгрыш, да. У нас на сегодняшний день уже, то есть мы разыграли, у нас было сколько? Там 13 победителей, да, и до этого 3, 16 победителей, да. Сейчас по результатам площадки «Все просто», да, максимально вышли на выплату уже 8, да, то есть, причем при том, что у нас, по сути, сколько участников, да, в эфире, 19 участников на эфире, 19, из 19 18, 20, да, получается 16 и 8, 24, из 19 24 победителя.
Где такое может быть? Вот, вот мне скажите, я вот каждый раз задаю этот вопрос всем, да, вот скажите, как может быть так, что призовых больше, чем участников? Нигде. Да? Вот о чем нужно доносить людям, как говорится, всегда при рассказывании о нас, да. На данный момент, ну, по крайней мере, это только на данный момент. На канале вознаграждения уже 34 выплаты, но 35. Но он только начал работать, это еще минут 10-15, да, у нас будет, наверное, точно он работать. А то, может быть, и больше, я даже не боюсь загадывать. Боюсь загадывать, да, сколько там будет выплат. Но опять, мы говорим о том, что при том количестве участников, да, 35 уже выплат. Вот, ну, давайте уже тогда оставим, наверное, в покое площадку «Все просто», да, потому что уже эфир 2 часа продолжается, а мы еще не перешли к последнему нашему завершающему сегодняшнему праздничному бонусу. Итак, судя по картинке, у нас 59 купленных билетов, 59 купленных билетов, да, и призовой фонд составляет 7700 рублей, 7700 рублей. 59 билетов куплено, да. Хочется, чтобы сегодня как можно больше людей повыигрывало. Поэтому я сейчас прибегну все-таки, наверное, к фантастическому листочку. Так, где у меня тут какой-нибудь листочек. Листочек. И давайте попробуем подсчитать. Подсчитать. 7700. 7700. Я, кстати, пока считаю, может быть, еще и кто-то прикупит, да, билеты. Уже 7800. Я же говорю, тут же пока буду считать, еще кто-нибудь сейчас накупает. Так, но по факту. По факту. Так, живые люди есть? Переключку устроим? Я живой. Все отлично. Да, вот все отлично. У нас в прямом эфире просто сумма меняется, как говорится, это в режиме онлайн. Тут же добавилось еще 800 рублей, еще 8 билетов взяли. Буквально сходу. Есть еще желающие? Давайте поговорим о чем-нибудь. Сейчас посидим еще полчасика, глядишь, там, и 1080 вдруг станет. Кто-нибудь как пойдет там закупать. Вот, но вообще на самом деле все классно, все супер. Единственное, конечно же, хочется, чтобы это все делали заранее, да, то есть в любом случае это надо же просчитывать немножко, да, чтобы было понимание о том, что делать. Вон Галина в чате пишет, поехали. Канал вознаграждения, все работает, уже 55 выплат после запуска площадки, все просто за 100 рублей. Да, представляете, 220 участников, 220, уже 55 выплат. Но это не окончательная цифра, как я уже говорил, она должна, по идее, явно перевалить больше, чем за 100 выплат, поэтому... Будем ждать. Ну, я так думаю. Так, все, дальше идет. Дальше идет. Вот. Так, у нас трансляция идет всего. Так, ой. Понажимал. Так. Так, кто не видит, да, могу еще раз показать. Выплаты идут, да. С последнего раза 49 выплат. 50-50, кураторский. Кто-нибудь уже свой кабинет посмотрел, кто готов похвалиться своими достижениями? Ну, я имею в виду с теми, кто вот кураторский. Да, всем добрый вечер, я могу поделиться. У меня Давай. есть
1700 кураторских. К сожалению, ни один билетник не дошел до конца. Из тех моих ночей кураторские 1700. Радуюсь за своих, которые прошли все это. Вот Наргиза вообще молодец. Она так переживала. Ну, вот я даже не знаю, кто там еще из моих девчонок получит. В нашем проекте, в нашей платформе, да, именно вот в этой части площадка все просто и все вместе, да, у нас действует такое понятие, как страховка. Я вот всегда... И это самая лучшая вообще на самом деле система. Почему? Потому что если даже вы в любом случае, да, то есть вам нужно понимать, что это лотерейки, да, и есть вероятность, так, и у нас получается праздничный бонус, призовой фонд на сегодняшний момент, на данный момент, это уже 9100 рублей. 9100 рублей. Вот, соответственно, давайте уже, что мы сделаем, приостановим покупки. Я думаю, уже все, кто хотел купить, купил. Да. Наш праздничный бонус, напомню, разыгрывается раз в месяц. Раз в месяц, в день нашего праздника, да, каждый месяц 1 числа, и сегодня 1 марта, нам 4 месяца с запуска нашей платформы, и, соответственно, сегодня призовой фонд составляет 9100 рублей. Вот, и, соответственно, я, исходя из математических анализов, да, так скажем, математического анализа, да, хочу разыграть эту сумму 9100 рублей в следующем варианте. Следующий вариант он будет таким. 73 билета. Так, и следующий будет вариант такой. Так, ну что, все готовы? По моему подсчету получается таким вот образом. 5 победителей по 700 рублей. По факту, это уже на ваш выбор, на что хотите, да, потому что у нас, напомню, праздничный бонус разыгрывается непосредственно напрямую на баланс, на основной баланс, да, и вы уже вправе распоряжаться с основным балансом, как хотите, каким образом подумаете. Ну, по факту, 5 победителей по 700 рублей, это уже можно и 2 периода абонентки оплатить, да, и, соответственно, ну, что еще можно? Нужно занять место в площадке все вместе за 700 рублей. То есть варианты есть, да, на что можно потратить эти деньги. И последний у нас, и один победитель, получается, главный приз на сегодняшний день, это 2100 рублей. 2100 рублей, каждый может распорядиться ими как хочет, может и на все вместе за 1800 зайти. Да, и да хоть что, хоть 21 билет на следующий старт площадки, все просто. Либо же 2100 рублей, это целых два месяца оплаты подтверждения активности на площадке «Стратегия». Ну что, все готовы? Пошли разыгрывать. Итак, для начала мы разыграем 10 билетов по 350 рублей. Идем, обновляем страничку, обновляем. Вообще, на мой взгляд, это самая классная процедура, самая наша, этот розыгрыш, самый последний, самый красивый, да, и самый, ну, вот, на мой взгляд, самый прикольный. Вот, почему? Потому что, ну, он, во-первых, сам процесс интересный. Вот, и соответственно, ну, и вообще сама картинка классная, красивая. Так, зафиксировали приз в 350 рублей. Зафиксировали приз 350 рублей. Страницу подготовили. Барабан к запуску подготовили. Дима, минералочки. Выпил. Ну что, погнали. 3, 2, 1. Первый победитель за 350 рублей сегодня становится один.
Поздравляем, Марфа. Спасибо, ура! Ух ты, как здорово, спасибо огромное. Да, сразу проверяем свои балансы, и можно даже озвучить, что да, уже деньги поступили, пришли, спасибо. Вот, пока мы идем, обновляем страницу, так, все у нас четко. У нас уже больше 115, да, выплат на канале вознаграждения. У нас пока Светлана отписалась техподдержки, сразу дам информацию программисту. Спасибо, это уже есть денежка. Так, у нас Марина шмыгает. Приболели? Это уже не нет, это сколько-то не это дель я уже такая. Я понял. Так, ясно. Так, ну что, поехали второго победителя. Так, вторым победителем у нас становится 3-2-1. Погнали. Дина. Поздравляем. Дина Дом. Поздравляем, Дину. Так. Светлана задавала вопрос про не списавшуюся абонентку. Проверь, пожалуйста, программист отписывается, что уже списалась. Светлана Кубарева есть в этом эфире? Светлана, проверь, пожалуйста, да, то есть, ну, списаться должна была, пишет, что списалась. А мы идем, определяем третьего, да, давайте, тут не читаю, запутаюсь, двое сыграли, определим третьего победителя. Да, ну, они вот сейчас, я думаю, поспешит поучаствовать в быстром бонусе. Кстати, вот как раз еще и призовые, можно и в быстром бонусе испытать удачу, кто не знает. А у нас есть быстрый бонус с номинациями 100 рублей, 200, 400, 800 рублей, где можно выиграть, соответственно, 700, 1800, 4800 и 13200 рублей. Так, а у нас три победителя определено, и идем определять четвертого победителя. Четвертым победителем у нас становится... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это Виктория 1969. Поздравляем, Викторию. Так, четыре победителя у нас определились. Да, все правильно. 4400. Все верно. Идем по графику. Поздравляем, Викторию. Ну, а мы определяем уже пятого победителя. Пятым победителем становится Рус 161. Екатерина. Ура! Спасибо. 350 рублей, Катя, твои. Мы идем, обновляем опять страничку. И у нас идет все четко, как часики. 68 осталось билетов. Среди 68 билетов мы разыграем еще 7350 рублей призовых. И следующий победитель на приз 350 рублей становится... Пам-пам-пам-пам-пам. Это становится Светлана Кубарева. Светлана 65К. Поздравляем. Спасибо большое. Света, абонентка списалась у тебя. Все нормально, Дим. Да, я проверила. Ну. Так, все проверила, все хорошо, да? Так, шесть победителей мы уже определили. Насколько я не сбился со счета, да? Шесть победителей мы уже определили. Седьмой победитель на сегодняшний день номинации 350 рублей. Седьмым победителем становится пам-пам-пам-пам-пам. Маринка 77. Маринка 77. Идем четко прям, как говорится, как положено, да? Это 7 человек победителей. 7 призов. По 350 рублей раздали. Восьмой победитель. Восьмым победителем у нас становится... Пам-пам-пам-пам.
Снова Дина Дон. Дина, поздравляем. Следующие 350 рублей ваши. Идем, мы обновляем страницу. И это у нас уже получается 8 победителей. 8 победителей, 8 победителей, 2 800, 900, все верно. Идем дальше. Девятый победитель у нас на сегодня становится. Девятым победителем становится у нас Ракета 2023. Поздравляем, девятый победитель — это Ракета. Ракета, вперед. Праздничный бонус. И определим десятого победителя. Десятый победитель за 350 рублей. Десятым победителем за 350 рублей становится у нас бара-бара-бара-бара-бара-бам. Бум! Это Рус-161. Ох, Катюха фартовая. Супер, спасибо. Катюхе фартит сегодня. Итак, 10 победителей по 350 рублей мы определили, разыграли. А у нас остался призовой фонд в 5600 рублей еще. И следующая номинация у нас теперь 700 рублей. 700 рублей. 700 рублей. Идем, обновляем систему, чтобы у нас все зафиксировалось как положено. Осталось 63 неразыгранных билета. 63 неразыгранных билета. И сейчас у нас будет 5 победителей по 700 рублей. Так, ну что, надеюсь, не устали. Все готовы, всем все интересно. Ух. 5 победителей по 700. Все готовы? Идем определять. Пум-пум-пара-пара-пам-пам-парам. Первым победителем за 700 рублей у нас становится... Ух! Лорд 553. Ну, сегодня Анюта наиграется. Поздравляем. Поздравляем, Анюта. Анюта сегодня быстрый бонус опять будет сегодня выигрывать. Она у нас, когда сегодня, ты, по-моему, писала, да, в чате с утра, что выиграла 700 рублей. Я лежала ночью, думаю, что-то скучно, пойду я поиграюсь. Ну, наигралась. Пошла, поигралась по 100 рублей, да? Ну, а почему бы и нет, да? Я же говорю, все равно интересно. Так, первый победитель за 700 рублей мы определили. Страничку обновили. Второй победитель у нас 700 рублей становится Ника 5139. Наталья Власова. Да, спасибо. Наталья Власова, поздравляем. Второй победитель за 700 рублей. Приз ваш. Ну а мы идем и определяем третьего победителя в номинации 700 рублей. И третьим победителем в номинации 700 рублей становится... Пум-пум-пум. Опс. Муслимат 535. Муслимат, поздравляем. Так. Хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. И у нас остается еще определить двух победителей в номинации 700 рублей. Два победителя за 700 рублей. Один из них становится... Пам-пам-пара-бара-пам-пам-парам. Фарида! Фарида, поздравляем! 700 рублей ваши. Спасибо. Так, ну что, последний победитель за 700 рублей. Как вам? Как вам розыгрыш сегодня? Сумбур, но столько призов. Я даже не успел посчитать его общий призовой фонд на сегодня. Да, обязательно подведем итоги в последний раз, в последний момент. Так, и обновляем страницу. И определяем пятого победителя за 700 рублей. И им становится... Интрига дня, да? 700 рублей. Им становится, поехали. Им становится снова Фарида.
Фарида. Благодарю. Дважды подряд, Фарида. Вот это фортуна. Вот это фортуна. Так, ну что? По 700 рублей призы разыграны. У нас остался призовой фонд в размере 2100 рублей. Я думаю, что это хороший вариант, да, из, учитывая из объема призового фонда на 2100 рублей. Ну, все равно какая-то интересная интрига, да, получить одному победителю, не разбивать их еще там на 3 по 700. Причем, при всем при том, что я неоднократно говорил, да, когда у нас раскачается вот эта вся система, да, этот призовой фонд будет намного больше. И главным призом в этом призовом фонде всегда будет еще больше. То есть, по факту, мы будем, если разыгрывать 100 тысяч, то это будет какой-нибудь приз и в 25, и в 30 тысяч, вероятно. То есть, билет за 100 рублей выиграет там 20-30 тысяч, почему бы и нет. Да? Интрига, интерес. Будем вызывать этим самым, да. Вот, ну а мы идем, настраиваем систему. Последний у нас приз 2100 рублей в праздничном бонусе. Чем больше, как говорится, приз, тем лучше. Осталось 2100 рублей разыграть и 58 купленных билетов. Кто же этим победителем будет? Все начали колдовать? Признайтесь честно. У нас каждый розыгрыш что-то в чем-то колдует иной раз. Сейчас все сидят, так, это буду я, это буду я. Так, я хочу. Там кто-то колдует, кто-то свечи, кто-то еще что-то. Интрига создалась. 200 тоже хорошая сумма. На них можно что-то приобрести. Итак, 3, 2, 1. И победителем сегодняшней номинации главного приза 2100 рублей праздничного нашего бонуса от 1 марта 2024 года в проекте All in One становится... Поздравляем! Поздравляем Наташу. Она в больнице, ну, выиграла такой приз. Супер! Как я всегда и говорю... Побеждают у нас всегда те, кому на самом деле на сегодняшний день эти деньги нужнее. Я уверен, что Наташа они помогут чем-то, потому что если она болеет, она в больнице, ну, я знаю, там у нее серьезная болезнь, вот, и если она выиграла, значит, как говорится, вселенная сказала, Дим, ей сегодня нужнее. На самом деле, все это от меня не зависит, как вы видите. Жму, кручу педали, как говорится. Даже не могу предсказать, кто выиграет. Поэтому всегда радуюсь за всех победителей, на самом деле. Но всегда говорю, что самые главные победители – это те, кому сегодня эти деньги были нужнее. Да, это мое личное просто мнение, на самом деле, а не, как говорится, не утверждение. Ну, по сути, по факту, подведем сегодняшний итог. Да. Всех поздравляю, сегодня многочисленное количество победителей. Если сегодня обратиться сейчас в канал вознаграждения, в канал вознаграждения уже 190 выплат, 190 выплат, 190 вознаграждений. Это колоссальный, я бы сказал, результат, очень хороший. Помимо этого, у нас сегодня, получается, значит, у нас в лотерейке, да, чата, это три победителя. В конкурсе, ну, объединенном конкурсе репостов, да, это 13 победителей, это уже 16 победителей, да. И, получается, сейчас в праздничном бонусе у нас еще 16 победителей. 32 приза мы разыграли, да, помимо запуска еще и площадки «Все просто», где на данный момент счетчик продолжает щелкать, уже 193 выплаты. То есть 32 победителя
и почти 200 выплат после запуска площадки. Все просто. Какая... Вот дайте мне пример еще чего-нибудь. Вот где-нибудь покажите, что так же происходит в других местах. Я тем скажу респект. Молодцы, классно ведут тоже свой бизнес. А в остальном я не знаю, где еще можно такое, таким похвастаться и таким результатом похвалиться. Если бы нас сейчас было бы в 10 раз больше, если бы у нас на эфире бы сейчас присутствовало 180 человек, если бы у нас было бы около 2200 броней на площадке, все просто, да, то, соответственно, сейчас бы мы говорили о призовых совсем другого формата. Да, это были бы не 300, не 700, не 2000, а там уже какие-нибудь 3000, 15 тысяч, 30 тысяч. Поэтому надо нам объединяться, надо нам активизироваться, надо нам, как говорится, прям начинать в полномасштабном объеме рекламировать. Постараемся сегодняшний эфир, да, отформатировать, я бы сказал, от этих лишних, да, там моментов, где мы что-то там рассуждали, что-то ждали, что-то корректировали, чтобы вот эфир получился такой прям красочно интересный, да, именно со всеми этапами розыгрыша, да, без лишней воды. Вот, и мы будем пускать его, естественно, в рекламу. Таких эфиров, я сомневаюсь, что где-то кто-то много проводит. А у нас такие эфиры, как минимум каждый месяц, 1 числа каждого месяца. Мы проводим такой классный, суперский, да, я бы сказал, такой многогранный, разнообразный день, где вот уже 2,5 часа эфира мы просто разыгрываем и разыгрываем призы. И вот чем дальше, я уверен, тем будет все больше, больше и больше. А тем, кто смотрел этот эфир в прямом, да, эфире, кто будет смотреть этот эфир в записи, рекомендую прям ознакомиться с нашей платформой. Здесь у нас можно зарабатывать не только в праздничные дни, но и каждый день. Да, с нашей уникальной системой «Автопилот». С ней просто нужно познакомиться. И вы убедитесь, что это самое лучшее предложение на сегодняшний день на рынке интернета, где есть все гарантии того, что это не там какой-то хайп, не какой-то скам, не какой-то там обман, да, а это чисто интересный, проверенный и 100% гарантированный бизнес. Ну, в принципе, в конце я еще могу дать слово тем, кто бы хотел, может быть, поделиться своими эмоциями и высказаться, ну, о сегодняшнем пройденном дне, как вы его провели вечер, да, какие призы получили, кто уже почитал итог сегодняшних побед и готов сказать пару каких-нибудь слов в наш адрес. Есть желающие? Можно я скажу, Дим? Да, давай, Катя. Я вот, у нас есть свой командный чат, и вот Наташа Власова перекидывала туда чеки, которые сегодня летели. Я туда не заходила, вот сейчас зашла, там было 146 чеков нашего только, нашей команды. Конечно, я в приятном шоке. Это очень круто. Вообще вечер, такой, конечно, такой понравился, веселый, зажигательный. Все молодцы. Спасибо. Работаем дальше. Кто не с нами, присоединяемся. Всех возьмем под крылышко свое. Дим, можно я скажу? Я вот сейчас посмотрела, у меня вот за наш эфир заработано за сегодня 1650 рублей. Ну, это вот и кураторские там и все. И на баланс для старта прилетело 1750. Я вот просто поражаюсь партнерам, которые, ну, не хотят даже купить один билетик, потому что один билетик, он может заработать очень даже хорошую сумму денег. Вот. Поэтому вот, благодарю еще раз, постоянно буду повторять, благодарю за этот проект, за такие возможности.
новости. Ну а мафия наша сегодня, команда «Ракета» Катюшки Цукур, она сегодня ночью, я так чувствую, что спать не будет, потому что, Катя, у нас сегодня работа с тобой предстоит. Обязательно поработаем, есть над чем. Да-да-да, потому что я смотрю, там пошли списания, пошли активации, там у нас, короче, работать, есть над чем поработать сегодня. Так что наша команда сегодня спать не будет ночью, это точно. Соединяюсь ко всем поздравлениям, всех поздравляю, очень рада за всех. Что я могу добавить? Добавлю только то, что ты потеряешь, если попробуешь. Это очень хороший лозунг такой. Вот буквально в первом розыгрыше, где я выиграла 700 рублей, это был один-одинёшенек билетик в лотерейке в этой, 50 рублей. И то я его не купила, я его выиграла в барабан. И я выиграла 700 рублей. То есть он пойдет на приобретение билета «Все вместе», а там уже по нарастающей могу больше и больше выиграть. Также, что ты потеряешь, если попробуешь? Поиграла я быстрый бонус, ну, потратила 300, выиграла 700. То есть плюс 300, и пошла, купила билеты на праздничный бонус. В итоге в праздничном бонусе выиграла 350 и 700, 1050. Ну и вот, что ты потеряешь, если попробуешь? А ничего, только радость, удовольствие. Спасибо. Да, все верно, как говорится, что ты потеряешь, если попробуешь. Да, один из новых у нас лозунгов в последние дни. Автор этого лозунга Борис Маркелов. Он записал ряд таких коротеньких роликов, да, на эту тему. На самом деле, что ты потеряешь, если попробуешь. На самом деле, сегодня победители все разные. Да, у нас повторяющихся там, ну, было пару человек от силы. У нас практически все активисты, все, кто участвовал, ну что-то там выиграли. И я еще раз повторюсь, да, то есть... по моим подсчетам, да, за участие в различных розыгрышах, да, у нас 32 победителя, 32 приза разыгралось, да, даже так скажу, 32 приза, учитывая то, что у нас на эфире было максимум 20 человек в какой-то момент, да, то и то из них там некоторые не участники были, а вновь наблюдатели. Вновь пришедший, да, посмотреть, что у нас здесь происходит. Вот, это колоссальный результат, да. Ну и канал вознаграждения, ну, на данный момент, я так вижу, он остановился на 196 выплатах. 196 выплат за сегодняшний вечер, да. Это помимо розыгрышей, помимо конкурсов, это еще и старт площадки. Все просто, ну, я так понял, там чуть-чуть затесались выплаты с площадки «Стратегия». И это сегодня не конец вечера, да, я вам так скажу. Почему? Потому что команды нацелены дальше сейчас после эфира продвигать своих партнеров и себя в площадке «Стратегия» дальше, да, двигаться дальше и выходить на очередные выплаты. Поэтому мы сегодня ждем еще... определенное количество выплат на канале вознаграждения. Это крутой вечер. Это классный вечер. Таких вечеров я не помню, чтобы у нас кто-то проводил в режиме онлайн. Может быть, я, конечно, не был участником таких проектов, но на самом деле это круто. Это круто, это классно. И самый главный... Вот, на мой взгляд, лично на мой взгляд, результат – это тот, что у нас не один победитель всегда, да, который собрал все сливки, да, и ушел. А у нас всегда большое количество победителей. У нас соотношение, да, процент соотношения победителей всегда стремится к максимуму. У нас сколько счастливых людей становится?
И причем мы говорим, что мы сейчас, на сегодняшний день, мы еще на стадии развития. Мы только развиваемся. У нас есть технические моменты, где мы там что-то поправляем, что-то корректируем. И очень много сейчас в планах на добавление. Да. У нас в планах предстарт новой площадки. У нас в планах добавление нового инструмента для работы с сетью ВК. Это все, что у нас было всегда запланировано, мы к этому идем. Но помимо этого мы каждый день работаем, каждый день приглашаем людей, каждый день радуемся результатам, каждый день выходим на выплаты. Ну и помимо этого мы стараемся как можно чаще еще и делать вот такие вот классные розыгрыши, где люди просто прошли, провели время, получили удовольствие, порадовались жизни, наверное. На этом на сегодня, наверное, все. Я думаю, все, кто хотел высказаться, высказался. Всем хорошего, бодрого настроения. Всем хороших выходных. С началом вас еще весны. Всех с праздником и с нашим, и с общим. Всем обязательно крепкого-крепкого здоровья. Больших команд, больших чеков. И обязательно мирного неба над головой. Ну а с вами был Дмитрий Леонтьев, основатель проекта All in One. Всем спасибо. Пока-пока.